Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет. Особую атмосферу 8-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья», посвященного творчеству Булата Акуджавы, ощутили те, кто пел его песни, читал стихи о совести, благородстве, добродетелях и любви, и кто слушал это в зале драмтеатра. Исполнители нынче были из Тагила, Екатеринбурга и других городов области, из Тюмени и Москвы. В Нижнем Тагиле традиционным гала-концертом завершился 8-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству поэта Булата Акуджавы. Это здорово, атмосфера. То есть, во-первых, то, что именно у нас в городе это проходит, само по себе для меня очень важно. А то, что мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле, наверное, важно и для Свердловской области. Низкий поклон организаторам, низкий поклон инициаторам, низкий поклон Нижнему Тагилу, которому я искренне желаю и дальше развиваться, потому что это совершенно потрясающий город. И я всем вам желаю просто человеческого счастья. Как это делал Булат Акуджава через свое творчество, он делал всех нас чуть-чуть чище, добрее, счастливее. Мне кажется, что данный фестиваль вот именно сегодня, именно в то время, в которое мы живем, доказал свою нужность и доказал свою в каком-то смысле победоносность. Потому что победа фестиваля заключается в том, чтобы вокруг какой-то идеи объединялось большое количество людей. И зрителей, которые приходят, и исполнителей, и созидателей. Поэтому я считаю, что этот фестиваль прошел на очень хорошем, высоком уровне. Участники фестиваля – это авторы и исполнители со всей России. Объединяет их любовь к поэзии Булата Акуджавы. Специальный приз главы города в этом году получил ансамбль «Крылья» из Екатеринбурга. Потому что здесь в основном взрослые, и быть самыми маленькими среди них – это как смотреть вот так вот на очень взрослых и больших людей. Это очень волнительно, но при этом, когда они сами к нам подходят и говорят о том, что им понравилось, это очень приятно. Светлана Списивцева из Озерска Челябинской области исполняет песни на стихи Акуджавы уже более 20 лет. На наш фестиваль приехала в третий раз. Стараюсь каждый год участвовать во всех номинациях. Абсолютно. И для меня каждый раз сюрприз, какая же вот выбор жюри, на какую номинацию пойдет. Ну вот в этот раз вновь как исполнитель. Завершил праздничную программу концерт народного артиста России Олега Погудина. Он оставил нам очень точную формулу в своих стихах, в своих песнях в первую очередь. Формула древнюю, старинную, но он изложил ее тем языком, который нам близок, понятен и который нас вдохновляет и сейчас. Что на самом деле совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше божество. А реализуется победа правды, добра, справедливости, она реализуется через только одно на самом деле человеческое качество, чувство, добродетель, через любовь.